А спонсором этого видео является проект GrandRay.ru. Здесь вы сможете найти 5 различных серверов, так как индустриальных, магических и даже сервер с модом Pixelmon, где присутствует спавн легенд. Ссылочка на этот сервер в описании, заходите и играйте. А мы приступаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем проходить карту 22 испытания Призмарина, если так дословно переводить. Я думаю, эта карта будет интересной, потому что не всегда же снимать Pixelmon, не всегда же снимать моды, а мне кажется, что карта это прям отличный вариант, который просто-напросто поможет нам отвлечься от других каких-то рубрик. Но, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, ведь если мы наберем 500 лайков, то, во-первых, это будет очень сильно приятно мне, я буду очень сильно рад, так как увижу, что вам понравилась вот эта рубрика. И то, что вы хотите больше карт на прохождение, потому что это вносит больше разнообразия. Если найти какую-то офигеть, какую крутую карту, то это действительно будет очень круто. Также, ребята, если мы наберем 500 лайков, то завтра же выходит следующее видео с прохождением какой-то другой карты. Я буду пытаться находить карты такие на одну, на две серии, да, чтобы просто-напросто не растягивать как какой-то новый летсплей, как какая-то новая рубрика. Мне кажется, это действительно будет интересно. Также, ребята, не забываем оставлять комментарии, ведь я отвечаю на ваши вопросы, общаюсь со своими подписчиками. Если вы хотите у меня что-то спросить, то спрашивайте в комментарии под этим видео, не ВКонтакте, ребята, а в комментарии под этим видео, тут я вам, ребята, буду отвечать. Также последнее, что я хотел сказать перед тем, как мы начнем, это подписывайтесь на мой канал, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью, я рад каждому новому подписчику. Ну что, ребята, давайте приступаем, вот создатель карты, и мы начинаем, нажимаем сюда. Я еще вообще не проходил эту карту, я, если честно, вообще не понимаю, что и как тут делать, но по сути 22 испытания, это... Мы будем проходить 22 какие-то комнаты, да, и что-то там делать. Так, ладно, Use the Netherrack. Ага, ну это понятно, в принципе, тут тоже понятно. Place on lab. Ага, то есть, мне кажется, тут эта карта не будет прям какая-то супер-пупер запутанная. Дайте я наушники одену. Это такая карта, более-менее такая легенькая, да, но все же, я думаю, это прикольно. Так, это что такое? Water Room, Restart, Fire Room. Так, ладно, это ничего. Ага, это нас... Ага, это рестарт как будто комнаты. Ладно. Во, вернулся. Во, все нормально. Наверное, просто карта залагала. Как без этого? Как, ребята, без этого? О, вот так, я понял. В принципе, ничего такого нету. Для вас это, может, секунда была. Но, в принципе, для меня тоже. Я там убил себя просто и так. А тут нам что делать? То есть, сейчас. Вот это сбросить. Это 1, 2, 1, 2, 3, 4... А если мы сюда встаем, это... Ага! Может, это как будто зеркало сделать? А ну, сейчас. То есть, вот видите, как и тут, так и тут. А тут, тут до конца. Да, да! Так, тут что? Ага, то есть, смотрите, за эти стенки нас не выпускает. Вот мы можем ходить только вот тут. Ага! Значит, нам нужно как-то... Как-то туда добраться. Ага. Ну, это просто было. Так, тут что? Так. Тут. Где мы еще тут не были? Тут, в принципе, тоже ничего. Значит, последняя комната осталась. Ага, вот. Замечательно. Я, если честно, не считаю, какой это, какая-то комната по счету. В принципе, мне кажется, около там четвертая или пятая. Так, break the orange stuff. Ага, нам нужно, в принципе, поломать вот это, чтобы, наверное, найти какой-то выход, да, с этой комнаты. Или... Так, тут ничего нету, значит... Значит, тут будем, потому что тут нету смысла рыть, тут же один блок, а нам нужно два, чтобы хотя бы там пройти. Хотя, в принципе, мы можем и кнопочку также найти, да, то есть, чтобы открыть какие-то потайные двери. Я об этом не подумал, но мне кажется, мы уже нашли выход, мне так кажется. Да, да, круто. Так, ага, shoot bricks, понятно. Концентрация, ребята, нужно сосредоточиться, войти в нирвану и только потом стрелять. Так,
Тут что, просто бежать и или... Так, ладно. Двери, кнопочка, другие двери. Ну, это чуть-чуть запутано было. То есть, не то, что запутано, а непонятно. Так, это что? Он 1-3-7, оф 2-5, брокен 4-6. А это что у нас? Левер бла... Так, сейчас, тут у нас что? Ага, 1-2... Ага! Это нужно включить, выключить, поломать, чтобы двери открылись, понял? А это у нас левер... Брекер, то есть ломатель рычагов. Если тут написано 4-6, значит нам нужно сломать 4-6. Давайте запишем, а то я забуду. Сломать 2-5-1-3-7. Ага, 1-3-7-4-6. Так, ладно. 1 включаем, 2-3, 4 ломаем, 5-6 ломаем, 7 включаем, но я не слышал, чтобы там двери открылись. А, нет, открылись, круто, круто, круто. Да, ребята, прошли. Так, это что? Get the zombie onto the ice. Ага, то есть... Так, сейчас, West. Press Q to go north. Ага, о, сейчас. Нам нужно... 1, 2, 3, 4, 5, ага, north. Прикол, то есть, ребята, смотрите, мы зомби управляем, выкидывая вещички, и как будто, офигеть, так, нам на вест это у нас North, West, West, вот, офигеть, вот это реально прикольно сделали, соф, вот это, и опять на вест, вот это реально круто, так, place on high, ага, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ага, ну, прикольно. Вот есть такие комнаты, которые прям супер-пупер простые, то есть ничего там особенного не было. Ну, в принципе, тут тоже ничего особенного не было. Ух, твою мать, я, если честно, даже не ожидал, что это... так. О, твою мать, математика. Наверное, все мы, ребята, любим математику. Офигеть, честное слово. Я в детстве очень любил математику еще тут. Ладно, будем проверять вот так. Nope, reset, значит сюда. Это понятно, математика не мое. Так, what's the capital of... Откуда я нахрен могу знать? Салем, Олимпия. Да, Олимпия, 100%. Хоть я и не знаю, честно, но 100% вот это, потому что Олимпия... Ну, кто знает, тот знает. Олимпия, да, как... Столица вот там какого-то города в США. Так, get the... Ага... Ну, вот такое, ребята, я люблю. Это, в принципе, очень даже просто. И, так, сюда. Да, это даже очень просто. Если честно, это мне очень нравится. Вот такое я люблю. Вот такое, когда нужно один блок переместить на другой. Это очень прикольно. Так, ладно, входим. Place on quartz. Что-то... А, нет, просто. Ага, place on pumpkin. Ага. Place on emerald. Кликни. Ну, это простенько было, это простенько было. Чувак, ты немного терм... ладно, второй баг. Что, ребята, пробуем еще раз. Во! Я перепрошел, прикиньте, вот тогда, когда я умер, меня кинуло там на пару испытаний назад, и я вот это все перепроходил. Так. Вот. Это нам для чего-то дали. Press Q. Так. Я сейчас выкину, только, пожалуйста, не выкидывай меня опять с мира. Ага, вот сейчас... А, то есть, смотрите, нам итем со следующего испытания как будто дали, но в следующее испытание нас не перекинули, поэтому, наверное, это все и залагало. Так. Ага, вот сюда мы допрыгнуть не можем, потому что, видите, тут невидимые блоки. Во, это прикольно. И сейчас... ну, это тоже прикольно. Так, place K to begin. Нажми... Размести сюда ключ. Check your... Так, вот смотрите, ребят, я сюда нажимаю, мне пишет, проверь свой инвентарь. О! Офигеть, они сделали, смотрите, невидимый ключ. Я думал, я сначала так посмотрел и не понял, какой нафиг ключ, я, офигеть, вот это прикольно. Так, put it top left slot. Top left slot, то есть, да, top left,
вот сюда. Вот, офигеть, то есть в инвентаре нужно разместить, чтобы place in top middle slot. Ну, топ это сюда, а middle вот это сюда. Ага, place on sponge. Во-во-во-во-во-во-во, круто. И все, встаем. Да, прикольно. Так, так, сейчас, тут везде невидимые блоки, orange, blue, purple. Ага, понял, это как будто телепортация, смотрите, я нажал на green, меня телепортнуло на зеленый. Ага, так, place on wool, you know what to do, то есть размести на шерсти. А шерсть на это или... Нет, наверное, на вот это. Видите, вот там. Так, сейчас нам нужно где... Вот, blue. Ага. Вот, забираем и purple. И забираем. И, наверное, orange остался, да. Потому что я не вижу, значит, он где-то... Да, вот тут. Так, сейчас. Один, два, три. Всё. Прикольно. Вот это реально было немного. То есть сначала я не понял, что и как. Place on nether quartz ore. Ага. Так. Так. О. И дальше. Вот это реально тоже круто было. Было так. Офигеть. Это нам офигеть. Это нам пунити, ребята, нужно пройти. Но, в принципе, это не так уж и сложно. Так, сейчас. А я... Нет, я могу бегать. Фух, так. Ну, это, в принципе, не так уж и сложно было. Я думал, знаете, сначала нужно... Так, опять ключ! Вот, нашел тебя, зараза! Ух ты, place... Ага. Ага. Вот реально, вот прикольное испытание, в принципе, я не скажу, что карта супер-пупер какая сложная, но реально интересно ли играть в это. Я не знаю, как вам, но мне реально интересно. Так, это что? Place on melons. Ну, click me. Ага, опять вот этот. Так. Так. И вот так. Next. Круто. Water room и earth. Ага, то есть это опять нужно. Ага. Ага. Restart. Да твою мать! Пожалуйста. Во. Только я ничего не понимаю, что нам нужно сейчас сделать. Я не знаю. Честно. Ага! А ну! Так, сейчас. Тут все включено. Тут третий выключен, четвертый выключен. А так, тут. Ага, понял, то есть нужно было повторить. Круто, вот это круто. Только я не понимаю, что дальше. Офигеть, вот эти, знаете, повернись сюда, ты не туда повернулся. Ага, вот сюда, да? Офигеть, ребята. Опять вот эта нитка, которую я... Вот, вижу, уже вижу, уже вижу, уже вижу. Так, круто. Дальше. Это опять, это мы уже проходили, да, нужно пройтись по стеклу. Your... If your head is bigger than your face, then... Если твоя рука больше, чем твое лицо, значит, you're credible... Вот это, наверное. Correct, да. Good job, good job. Hint, так. Place. Drop the compass. Офигеть! Так, ладно.
Это мы как-то прошли, хоть я, если честно, иногда ничего не понимаю, что нам нужно там делать. Так. Rescue to go north. The... Так. The ghost... Так, я, ребята, честное слово, не понимаю пока что, что нам... West... Так. А может... Может нам туда кинуть? West... Я не знаю, честное слово, ребята, что нам тут нужно делать. Но 100%, что туда падать нам не нужно. The goal is here. The... Охренеть, ребят, я не знаю, честное слово. Вот я выкидываю, ничего не происходит. То есть, вот смотрите. Тут, ну, в инвентаре 100% ничего не будет, потому что это задание не то. Твою мать. Так, ребята, сейчас, секундочку. Я опять сюда вернулся, я умер, и меня тпхнуло в самую первую комнату. Я это проходил заново. Я, ребята, вам лучше не знаю, честное слово. Как я понял, мы сюда можем вставать. Вот смотрите, я сначала не понял одно. The beginning is here. То есть я не понял, я, знаете, думал вот сюда, то есть что-то тут делать, что-то тут стоять. Это, оказывается, мы можем сюда спуститься, и нам нужно... опять что-то сделать. The goal is here. Вот, goal тут у нас. Значит, нам нужно эту чукчу. Если бы я видел, если честно. So, west, нам нужно на west его. Чувак, ну работай, твою мать! Во, дальше. Сюда, west. Опять вот сюда. Нет, 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 нет. Нам нужно на сов вот сюда. Сейчас на вест вот сюда. Опять на вест вот сюда. Вот сюда, вот сюда. И на ист. Вот сюда. Офигеть, сколько я парился. Так, что нам нужно? Place on red sandstone. Ну, вот. Break grey, ага. Place on. Офигеть, так, ладно. А дальше Quartz Breaker. И дальше. И дальше у меня опять, наверное, ничего не выпало. Shoot Iron. Но айрона у нас нету никакого. Значит, у меня опять карта зал. Офигеть, ребята, честное слово, мне кажется, эту карту как-то очень сильно недоработали. Вы видите то, что тут есть какие-то глюки, которые просто-напросто иногда не работают. Офигеть. Ладно, сейчас. Я, ребята, понял. Мне нужно было включить гейм-мод, чтобы вернуть сюда изумрудный блок. Мне нужно было встать на вот этот блок. Это был не баг. Потому что, если честно, меня уже эта карта немного запарила с тем, что тут реально много багов. Вы просто не видите. А вне кадра тут их просто офигеть сколько. Мне нужно было встать на вот этот... Вот. Вот сейчас мне нужно это сломать. Вот. Я это не хотел ломать, ребята, честное слово. И мне, наверное, это сюда нужно. Да, конградс. Да, ребята, это было последнее испытание, которое я подумал, что залагало. Но, оказывается, оно не залагало. Просто-напросто я не то сделал. Но все же, то есть, если я не то сделал... Вот, прикиньте, даже если я не то сделал, то, значит, меня должны бы были отправить обратно на вот это испытание. Заново нужно было бы его проходить до тех пор, пока я не понял. А я сломал вот этот блок, и все. То есть, я не могу ничего сделать. Ни испытание обратно начать, ни пройти дальше. То есть, то ли себя убивать, то ли включать гейм-мод, чтобы обратно туда поставить изумрудную руду. Но, ребята, ладно. То есть, мне кажется... Реально, разработчики, ну, что-то где-то недоработали, потому что вы видели несколько раз, как я падал куда-то в пропасть, когда не то, что... То есть, что-то нажало, оно заглючило, я упал в пропасть. Это было около 2 или 3 раз. Но вот такие, ребята, баги, но все же мы прошли эту игру, с чем я вас поздравляю. То есть, не игру, а карту. Может, я даже еще найду какие-то подобные карты или просто-напросто испытания. Вы всегда можете предложить вашу карту. То есть, в принципе, и вашу, если вы ее создали, и карту, которая вам просто-напросто нравится, если вы ее нашли, например, в интернете. Это вы можете, ребята, просто-напросто оставить у меня в группе ВКонтакте в соответствующей теме. Я даже в описании сейчас оставлю ссылочку на вот эту тему, где вы можете пойти, оставить и предложить, в принципе, свою карту. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Я надеюсь, это прохождение вам понравилось, потому что, ну,
карты, ребята, нужно хотя бы иногда проходить, чтобы было какое-то просто-напросто разнообразие. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Еще раз скажу, если наберем 500 лайков, то я увижу, что вам нравится прохождение различных карт, и я буду их еще чаще выпускать. Также я очень сильно буду рад, если вы просто поставите лайк, потому что это действительно передает мне больше сил для записи новых видео. Что я опять говорю, не забываем оставлять комментарии, я отвечаю на ваши вопросы, общаюсь с этими подписчиками, поэтому, ребята, не стесняемся, пишем комментарии вот тут, под этим видео, не ВКонтакте, ребята, потому что люди иногда путают, да, вот тут комментарии и контакт, то есть, начинают там писать ВКонтакте, Эдисон там, слови того-то покемона, Эдисон, ты не туда пошел, я, ребята, все понимаю, но я не создавал контакт для того, чтобы консультироваться по вопросам там с сезона, там, Майнкрафт или еще чего-то, поэтому, ребята, пишите тут. И последнее, это не забываем подписываться на мой канал, я рад каждому новому подписчику. Поэтому, ребята, не забываем, подписываемся и вступаем в нашу большую дружную семью. На этом мы заканчиваем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Хей, дружок, притормози, вот сюда-ка посмотри, здесь ты видишь палец вверх. Вот нажал, и вот успех, я лайку буду очень рад. Ты же в курсе, ты же мой фанат, у нас большущая семья, все подписчики. Yeah.